Здравствуйте. Мы открываем очередной академический час. Это первый академический час в наступившем году. Сегодня он совпал с Всероссийским днем науки. Я вас поздравляю. Кроме того, как вы знаете, наверное, этот год у нас в стране объявлен годом истории. Вот у нас как раз очень интересная тема. Я рада вам представить главного научного сотрудника Института истории САРАН, доктора исторических наук, Наталью Сергеевну Гурьянову. Пожалуйста. Вы все знаете, что книга играет огромную роль в современной, в духовной жизни общества вообще. И, казалось бы, в последнее время с появлением компьютеров, интернета, книга должна была вроде уйти на второй план. Правильно? Интернет электронными версиями текстов книг наполнен, но ничего подобного. Обратите внимание, изобрели электронную книгу, собираются переводить учебники в электронную книгу ряд. Да? Но опять презентация этих электронных книг и электронных учебников, конкуренция будет между теми электронными вариантами, которые будут приближены к книге, правильно? Потому что чем более классная электронная книга, то в презентации говорится, что при чтении ощущение восприятия бумажного варианта книги, правильно? То есть и она более продвинутая, более считается. И вот сейчас, что не устают так глаза, как от компьютерного экрана и так далее. И вот книга, она, наверное, вечна в этом смысле. Она выполняет в современном обществе самые-самые разнообразные функции, с которыми вы, конечно же, знакомы. Это функция информационная, это функция развлекательная, потому что вы же читаете, знакомитесь, образовательная, учебники, да? Кроме того, через книги вы знакомитесь с произведениями и мировой литературы, и русской литературы, повышая свой образовательный уровень и так далее и тому подобное. Но сегодня мы совершим экскурс в прошлое и попытаемся определить роль и значение книги для наших предков, живших много-много веков назад. Для этого у нас есть все основания, поскольку от них до нашего времени дошло огромное культурное наследие, представленное книжными богатствами, рукописными и старопечатными книгами. О них сегодня и пойдет речь. Прежде всего, следует оговорить, что существовали две древние славянские азбуки – глаголица и кириллица. Почему? Хотя сегодня пойдет речь о письменных памятниках, написанных кириллицей, но о двух славянских древних азбуках я хочу напомнить только для того, чтобы показать, насколько широки еще горизонты науки и перспективы научных исследований, что даже в самый, казалось бы, ясный вопрос новые поколения ученых, в частности, следующие поколения, к которым относиться будете и вы, вполне возможно, сможете внести свой вклад в решение очень сложных, до сих пор остающихся спорными вопросов. И вот даже в такой, казалось бы, вещи, как две древние славянские азбуки. Ну, что там может быть? И вот я хочу на примере этих двух славянских азбук, перед вами таблица, как вы видите, глаголица и кириллица азбуки, да? Две древние славянские азбуки. Считается, значит, что не считается, а установлено, что в течение XII века глаголица полностью была вытеснена кириллицей. И у православных славян
осталась в обращении только кириллица. Происхождение глаголицы остается до сих пор предметом споров ученых. Попытки сблизить ее с греческой скорописью, древнееврейским, копским и другими системами письма пока не дали результатов. То есть, да, отдельные начертания отдельных букв, они вполне соотносимы с какими-то буквами из копского, из древнееврейского, из других языков. Но глаголица, подобно армянскому и грузинскому письму, алфавит, который не основывается ни на одной из известных письменных систем. Некоторые исследователи полагают, что в основе глаголических букв лежат крест, треугольник, обратите внимание, и круг, важнейшие символы христианской культуры. И таким образом пытаются объяснить, что глаголица, это результат освоения христианской культуры, и что даже предполагается, что вполне возможно, что глаголица была первой древнейшей азбукой славян, а кириллица более поздней. И глаголицу вполне возможно, поскольку более древняя, вполне возможно, создавал именно основатель славянской письменности, солунские братья Кирилл и Мефодий. И для этого, в общем, есть вполне убедительные аргументы, потому что все ранние глаголические рукописи имеют происхождение из Моравии, где работали солунские братья. А кириллические рукописи, древнейшие, более поздние, они происходят из балканских краев. Поэтому вот это один аргумент. Другой аргумент есть, вы представляете, пергамент – это очень дорогой предмет, на котором писали. И поэтому, когда появлялась необходимость написать новый текст, то выскабливали или затирали прежний текст и писали новый. Такие тексты ученые называют, представляете, на прежнем тексте, на стертом писался новый, но современными методами можно прочитать и первоначальный текст, правильно, современными методами. Что и делают ученые, и называют такие тексты палимпсестами, то есть которые накладываются друг на друга, но возможно восстановить. Вот такие сложные тексты свидетельствуют о том, что глаголическая азбука использовалась ранее кириллической. То есть тоже в эту гипотезу вписывается, что глаголическая вроде азбука более ранняя. Это вопрос спорный. У нас с вами, поскольку к XII веку вообще глаголица была вытеснена у православных славян и осталась только кириллица, сегодня речь пойдет о рукописях, которые написаны кириллицей. Кириллица – это в основу кириллицы было положено византийское уставное письмо для передачи звуков, которых не было в греческом языке. Использовались буквы, заимствованные из других источников. Этот вопрос более или менее решен, то есть здесь особых споров не возникает. С кириллицей все ясно и понятно. И существует такое, мнение, вы знаете, мы Кирилла и Мефодия чествуем как основателей, и существует в их житии, что именно кириллицу они создали, а не глаголицу, поэтому, в общем, будем придерживаться общепринятой, но вы будете знать, что, в принципе, есть вот такой спорный вопрос, который, может быть, когда-нибудь, может быть, вы подрастете,
и решите этот спорный вопрос, который до сих пор остается актуальным. Так вот, рукописи, значит, написанные, которые рукописи из старопечатной книги, о которых сегодня пойдет речь, написаны кириллицей, и в них дошли до нас памятники письменности, которые являются важнейшими источниками для изучения прошлого. Поэт достаточно точно обозначил ценность этих источников для реконструкции прошлого, что очень актуально в наш год истории. Да? Я позволю себе эту цитату зачитать. «Молчат гробицы, гробницы, мумии и кости. Лишь слову жизнь дана, из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена». Разумеется, памятники материальной культуры не менее значимы, но для историков важны, конечно же, письменные источники. В Древней Руси книга пользовалась особым почитанием, относилась к предметам священным. В повести временных лет, о которой вы, конечно же, все знаете, под 1038 годом читаем. «Велика ведь бывает польза людям от учения книжного. Книгами наставляемы, поучаемы на путь покаяния, ибо от слов книжных обретаем мудрость. Это ведь реки, напояющие всю Вселенную, это источники мудрости. В книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то найдешь великую пользу душе своей. Ибо кто часто читает книги, тот беседует с Богом или со святыми мужами». Вот характеристика того содержания книги, которая первоначально ценилась в древнерусской книжности. Содержание книги тоже способствовало ее сакрализации. Дело в том, что средневековая Русь не знала художественной литературы, а ее заменяла литература, полезная с точки зрения православного христианина для души. В сборнике 76-го года, дошедшем в одном из ранних русских рукописей, помещено слово о чтении книг, в котором, конечно же, находим не только гимн книги, но и рекомендации, каким образом следует ее читать. Обратите внимание, это 1076 год, 11 век. Но насколько актуально звучит этот совет? «Когда читаешь книгу, — советует автор, — не спеши к следующей главе, а старайся понять прочитанное. Для чего дважды, трижды перечитай одно и то же, вдумываясь в каждое слово, читая, не просто произноси слова, то есть не просто воспринимай слова, а всей душой и умом вникай в их содержание. Смысл каждого слова внедри в глубину сердца своего». Книга в Древней Руси воспринималась, как я уже сказала, в качестве священного предмета. Создание ее тоже можно сравнить с религиозным таинством. Поэтому результатом были совершенные в эстетическом плане рукописи и печатные книги. Самые ранние дошедшие до нас рукописи относятся к XI веку. Их не так много, всего 12. 7 из них с проставленной датой, так называемой черной датой. Это дата, проставленная писцом. Он указал, когда он начинал эту книгу, когда закончил. Это называется черная дата. Дата, проставленная писцом. И еще 5 датированных по материалу письма, по лингвистическим сведениям и так далее. То есть не так много, что вполне объясняется историей Древней Руси. Набеги печенегов, по слову о полку, вы знаете, да? Затем монголо-татарское нашествие, монголо-татарское иго, монголо-татарское нашествие, когда сжигались церкви, естественно, с книгами, которые хранились
в Цербергане, разумеется. И поэтому утрачена, ну, значительная часть, естественно, того наследие, которое должно было до нас дойти. Тем не менее, вот от XI века дошли 12 розмов. Сегодня мы увидим эти роскошные рукописи. Написанные, конечно же, по заказу либо великих князей, либо востребованной церковью они были. То есть они имеют отношение к элите. И возникает вопрос, возникнет у вас, может возникнуть вопрос, а какое отношение эта книжная культура, о которой я сегодня буду говорить, имеет к народу, к, значит, тому, что в них, нашло ли в них отражение мировоззрения этого русского народа, наших предков, да, вот того народа, который живет, не который там служит в церкви, не который, а который приходит, слушает там, значит, ну, а в общем, живет повседневной жизнью. И нужно сказать, что вот относящаяся к XI веку книжная культура, она ранее воспринималась как элитарная, то есть относящаяся к народу, не имеющей никакого отношения. Потому что, ну, народ безграмотный считалось, да, Древняя Русь — это языческая еще страна, что там в 9 веке, конечно же, в 10 веке, в 988 принято христианство, но очень долго сосуществовало с язычеством. И только в XII веке уже окончательно было вытеснено язычеством, поэтому, в общем, эта книжная культура не имеет отношения вот к этому народу. Но в 1951 году было сделано археологами Новгородской археологической экспедиции под руководством Арцеховского, профессора Арцеховского, замечательное открытие. Нашли первые берестяные грамоты. Что такое берестяная грамота? Вот перед вами, значит, это оказалось действительно сенсационной находкой. Сейчас экспедиция новгородская продолжает свою работу и насчитывает уже тысячи найденных берестяных грамот, которые давно изучаются лингвистами, историками, вышли монографии, исследующие, например, Черепнин написал специальную монографию «Берестяные, новгородские берестяные грамоты как исторический источник». Валентин Лаврентьевич Янин замечательную книгу, как раз рассчитанную на школьников, которые я вас и отсылаю, «Я послал тебе бересту», где не только история открытия этих берестяных грамот, но и все анализ содержания, жанровую принадлежность, то есть что это были за грамоты. Я только одну привела в пример, потому что я думаю, если вы заинтересуетесь, то обратитесь к этой книге Валентина Лаврентьевича Янина «Я послал тебе бересту». Она написана замечательным совершенно, таким популярным, роскошным, значит, словом. То есть вы все про берестяные грамоты узнаете. Да, это не только новгородская находка. После новгородской находок и новгородской экспедиции сначала было 10 грамот найдено, первые 10 грамот, затем уже на сотни, потом на тысячи и в других местах. И центра Руси были найдены, поэтому она стала массовой такой находкой. Это действительно почему очень сенсационное открытие, потому что это оказался архив ценнейших исторических сведений, написанных самими средневековыми людьми. Это массовый источник, в котором там есть и признание в любви, и переписка
мужа и жены. Ну, Новгород, республика, да? Республика, республиканский образ правления. И в республике все владельцы земель жили в самом Новгороде, а земли располагались, естественно, на периферии. И вот такой владелец уезжает из дома и забыл сорочку, и нужен еще один помощник. То есть какое-то дело, видите, потому что у меня здесь дел много. Я в переводе дала, естественно. От Бориса к Настасье. Он пишет к своей жене. Как придет эта грамота, пришли мне человека на жеребце, потому что у меня здесь дел много. То есть мне не хватает. Я приехал на жеребце, но мне нужен еще один жеребец, чтобы кого-то послать там или, значит, съездить. Да пришли рубашку. Рубашку забыл. То есть через год в этом же расхобе находят письмо. И встретились две грамоты от Настасьи. Настасья, жена Бориса, пишет своим братьям о том, я не стала презентации это показывать, но поверьте на слово, она пишет, у меня в животе Бориса не стало, как он мне дальше жить, помогите, типа, братья, поддержите меня. Почему я выбрала именно только эту грамоту? Не признание в любви там от Микиты к Ульянице. «Пойди за меня, аз тебя хочу, а ты меня». Признание в любви, предложение, значит, выйти за него замуж. Есть духовные завещания, есть брачные контракты и так далее. Это все в раскопах в разных слоях. От 12 до 15 веков. Но в слое 10 века всегда, и у Янина вы это прочитаете, много изданий уже было, это я послал тебе Бересту, о том, что предполагалось, что начиная с 10 века уже новгородцы пользовались вот как раз берестяными грамотами для того, чтобы общаться друг с другом. И оно особенно, как вы понимаете, эта переписка, она выполняла функции, вот вы сидите на уроках, написали записочку другу, сегодня я вам еще покажу, когда мы будем об образовании в Древней Руси, как раз такого мальчика Онфима, жившего в 13 веке, записочки, либо это любовные, либо мать пишет сыну, что купи мне такую-то ткань, я передала с тем-то денежки, но не поручай ему эту ткань-то купить, присутствуй при этом, чтобы он купил то, что мне надо. Обратите внимание, я специально привожу примеры, где фигурируют женщины, которые либо сами пишут, либо получают записки. Потому что кто бы стал признаваться в любви Ульянице, ежели бы Ульяница не читала? Вы же не предполагаете, что был писец, к которому она пришла, говорит, прочитай, вот мне, значит, прислал мой любимый письмецо, ты мне прочитай. Следовательно, женщины умели читать, то есть они умели читать и писать. Поэтому открытие вот этих новгородских грамот свидетельствует о том, что наши предки были не такими уж темными, необразованными людьми. Разумеется, речь не шла, не идет о светском образовании. Разумеется, они там не философствовали, хотя и это бывало. Но о том, что они умели читать и писать, а уж тем более слушать полезное для души, это уж точно они могли. Поэтому по той книжной культуре, о которой сегодня пойдет речь, мы можем говорить как о книжной культуре русского народа. Вот для этого такой экскурс я
и прошлое. Но и еще вот в связи с чем мне нужно было обязательно остановиться на берестяных грамотах, на этом сенсационном открытии 20 века, потому что только в 2002 году, хотя ученые предполагали, что начиная с X века, с принятия христианства, конечно, должна появиться письменность у наших предков, но не было. Да, находили, писало. Знаете, такие, я, к сожалению, не сообразила, что нужно было это писало показать, такие палочки, которыми выцарапывали на бересте. И называли их писалы, их пристегивали к поясу и носили постоянно при себе, и поэтому детки, которые обучались и бегали всегда с этими писалами, естественно, в церковь приходили на моление, а детям скучно, и тогда они что делали? На стеночках царапали. Это знаменитые новгородские граффити, значит, которые как раз расположены на уровне детского роста, и они этими писалами там, значит, рисовали чего-то там, писали сообщения, которые, когда при реставрации новгородских церквей, обнаружили вот эти граффити, знаменитые новгородские. Но в 2000 году еще одна сенсационная находка, наконец-то подтверждено было высказываемое давно предположение, что с X века должна быть письменность у наших предков. Найдена вот эта самая древняя книжка, здесь, естественно, ну, вы понимаете, так называемый Новгородский кодекс. Это четыре липовые дощечки, скрепленные, на которых, которые покрыты воском, и на них в течение десятилетий одним почерком, обратите внимание, одним почерком, один, следовательно, человек писал тексты. И вот эти тексты сейчас восстанавливаются. Уже 2012 год восстановлено, ну, есть такой замечательный ученый-залезняк, лингвист, который уже восстановил несколько... Что такое восстановить, когда вот этот не просто полимпсест, который затирался, воск, на нем опять восстанавливался, значит, слой, на нем писался, потом опять затирался, и так много-много раз, десятки лет писал. Считается, что от 10 до 30 лет писал монах. Значит, есть его запись о том, что он в 999 году был поставлен на священство в Суздале. Лингвистам удалось восстановить несколько текстов еще из-за наличия псалмов, таких текстов из псалтири, еще этот новгородский кодекс называется «Новгородская псалтирь», потому что там несколько псалмов переписано, которые уже восстановлены. Ну, то есть наличие их совершенно точно доказано. Работа над этим новгородским кодексом до сих пор продолжается. Но находка этого кодекса означает, что уже в X веке наши предки имели письменность, и вот это самая древняя книга, русская книга. Как я уже сказала, древнейшие книги, до нас дошедшие, это относятся к XI веку. Это оклад Остромирова Евангелия,
датируется Астромирова Евангелия 1056-м, самая древняя рукопись, дошедшая до нашего времени. Датируется 1056-1057 годом. То есть это дата, проставленная писцом. Вы видите, написана она уставом, замечательная, совершенно иллюстрированная. Посмотрите, какие заставочки, инициалы, как выписаны все буквы. Это устав, который затем, после XIV века, был заменен полууставом, а позже полуустав сменился сначала в некоторых прикладных таких вещах, как деловые бумаги, скорописью, а потом устав оставался только для роскошных каких-то таких подарочных вариантов. Вы потом сможете подойти, посмотреть Астромирова Евангелие. Вот первая книга, она как раз раскрыта. Вы просто можете полистать ее, потому что это фототипия. Сегодня мы будем, я надеюсь, у меня достаточно будет времени, чтобы чуть-чуть поговорить и о хранителях, которые не только сохраняют вот эти древние книги, но и еще их делают доступными для чтения всеми интересующимися. Вот как раз в фототипе здесь вы почувствуете, что такое, ну, конечно, не совсем то же, что с рукописью, это ни с чем не сравнимое, когда древнюю рукопись листаешь, это ни с чем не сравнимое ощущение, но здесь вы почувствуете вот оформление, совершенство оформительское рукописи. И сборник 1073 года, и сборник создан в книжной мастерской Киева для князя Святослава Ярославича Черниговского, которого в 1073-76 году был великим князем киевским. Оригиналом, с которого был скопирован и сборник 73-го, и сборник Святослава, послужил сборник, переведенный из греческого для болгарского царя Симеона 150 годами раньше. Ценность из сборника 73-го года, из сборника Святослава, состоит в том, что сборник царя, болгарского царя Симеона до нас не дошел, а из сборник 73-го года до нас дошел. Поэтому, и сборник по содержанию – это первая русская энциклопедия. В ней статьи по астрономии, философии, этике, математике, зоологии, ботанике, грамматике, поэтике, христианскому богословию и так далее. Но несомненным украшением этой рукописи является групповой портрет самого Святослава. Святослав и на первом плане Святослав и его жена. Обратите внимание, с пятью сыновьями, значит, четыре сына прорисованы, а пятый за княгиней. Только шапка его видна, это Давид. Но, во всяком случае, это первый групповой портрет княжеской семьи, дошедший до нас в миниатюре. И это открытие этой рукописи из сборника Святослава, история открытия такова. Поскольку все эти книжные богатства Древней Руси очень рано, уже в XVIII веке, стали осознаваться как именно богатства национальные, и поэтому отправлялись экспедиции по монастырям для того, чтобы собрать эти богатства и сохранить для будущих поколений. И вот граф Румянцев отправил экспедицию в Новый Иерусалим, монастырь Новый Иерусалим, основанный патриархом Никоном, и там обнаружена была эта замечательная
рукопись одна из древнейших. Ее оставили в монастыре, зафиксировали, что она, ее открытие, что оставили в монастыре, но вскоре исчезла вот эта замечательная рукопись с групповым портретом. После этого забрали в синодальную библиотеку, в Москву, в синодальную библиотеку определили. После революции синодальная библиотека вошла в состав рукописного собрания ГИМА, где сейчас эта рукопись и хранится. Но в 1734 году неизвестное лицо анонимно возвратило графу Сергею Семеновичу Уварову, который был министром просвещения, эту миниатюру. Эту миниатюру граф Уваров определил на хранение в оружейную палату, а в рукописи ее заменили копией, которую написал художник Солнцев. И сейчас в ГИМе хранится рукопись с копией Солнцева и отдельно миниатюра из оружейной палаты передали в ГИМ. Вот, в принципе, каждая древнейшая книга, она имеет такую историю, что проследить ее – это написать детектив, не меньше, потому что это увлекательнейшая история всегда, история любой такой значимой рукописи или старопечатной книги. Кроме названных уже еще Евангелие, Архангельское Евангелие и сборник 76 года, кроме 73 года, и сборник 76 года, Архангельское Евангелие 92 года и три чедих новгородские, в Новгороде написанные минеи служебные. Вот этими семью рукописями с проставленной черной датой ограничивается круг древнейших рукописей. И еще пять, которые, как я уже сказала, вот без проставленной даты. Ранние рукописи, как вы поняли, свидетельствуют о высочайшем уровне книжной культуры, которая, конечно же, была воспринята от Византии и под византийским влиянием развивалась вплоть до 15 века. Оформление рукописей 14 века, они меняются. Византия влияла либо напрямую, либо опосредованно через Болгарию, как вот с переводами, которые пришли из Болгарии к нам, или сборник Святослава. Вот рукопись 14 века. Я не буду, у нас уже совсем мало времени, поэтому я не буду подробно останавливаться на характеристики рукописной традиции 14, 15, 16 века. Они очень разные, они, уверяю вас, тоже заслуживают отдельного рассказа. Но обратите внимание, это вот инициалы так прописанные. Поскольку рукописи переписывались в большом количестве, конечно же, грамотными монахами, там, переписчиками и так далее, но при переписке переводов с греческого очень часто в церковно-славянском языке не находилось аналога для какого-то греческого, для точной передачи смысла текстов Священного Писания, Святоотеческого Предания, переведенных с греческого. Поэтому накапливались неточности передачи этих текстов, потому что переписчик, например, не мог, сначала переводчик не мог найти аналогии, и поэтому кириллицей писал греческое слово. Следующий переписчик не может понять, что это за слово кириллицей написано, но в церковно-славянском языке не имеющееся, он
как понимал, так и писал. В общем, в результате, а это все богослужебная, религиозная литература, правильно? Следовательно, накапливались неточности, и церковь была озабочена и постоянно желала, чтобы уточняли и постоянно пеклась о точности текстов, которые используются при богослужении, при чтении. Поэтому в начале XVI века, в 1518 году, так на Русь появился переводчик с греческого Максим Грек. Вот это Максим Грек, это еще, значит, я не буду, это тоже особая история, которой можно целую лекцию, значит, посвятить только этой теме Максима Грека, исправлению и книг, потому что он внес огромный вклад в развитие русской культуры и новые переводы с греческого, с ним связанные текстов, которые ранее не функционировали в русской традиции, и исправление уже имеющихся текстов богослужебных и для чтения текстов. Вот пример, я эту картинку вам показываю для того, чтобы показать, что в принципе это очень близко к современному такому пониманию презентации, да? Потому что, посмотрите, это, кстати, единственное изображение, которое соотносится с реальным обликом Максима Грека. Максим Грек – миниатюра из собрания его сочинений конца XVI века. Собрание сочинений Максима Грека, а презентация вот такая. «Списавый трудолюбно сию святую книгу сию душеполезную старец Максим Грек, святые горы, а пострижение его, в святей горе, в монастыре, пречистой Богородице, Богородица, вот и рекомый водопед, водопеде, то есть биография, то есть вы понимаете, культура не только оформление, но и презентации текстов и содержание. А содержание по-прежнему должно быть душеполезным. Даже когда переводили какие-то светские вещи, их все равно насыщали такой учительной сентенцией непременно. То есть поворачивали, и воспринималось на Руси даже такая естественно-научная литература, как часть вот этого святоотеческого предания. Поэтому рукописный способ распространения, он продолжался, это для того, чтобы показать, что такое рукописи постепенно, значит, не только стали красиво оформляться, но появились так называемые лицевые рукописи, когда не только содержание текста передавалось, а еще и обязательно изображалось то, что написано. Это венчание Василия III и Елены Глинской из знаменитого лицевого свода, составленного при Иване Грозном. Темная получилась. Это 17 века лицевая, потому что в лицевом своде там с одной стороны текст, с другой стороны миниатюра. Лицевой свод включает 16 тысяч миниатюр вот такого плана. Это из жития Василия Нового, из рукописи 17 века. Посмотрите, здесь написан текст. Он проиллюстрирован, что привели на суд Василия Нового, а здесь присудил вот ему, и здесь показано, как наказывали этого бедного святого Василия Нового. Рукописный способ распространения, он сохранялся на Руси вплоть до 17 века был основным, хотя в 16 веке, как вы помните, появилась
книгопечатание. Первая печатная книга – это 1564 год. Начало книгопечатания. Это, я только картинку показала, это из рукописи Соловецкого инока Геронтия, его вот... писец писал, а он вот здесь дополнял, пояснял. Это чтобы вот вы имели представление, что такое, значит, эти рукописи. И, наконец, понятно, что в связи с потребностью церквей в богослужебной литературе было принято решение на государственном уровне начать книгопечатание. Вообще, для Древней Руси, для славян, кириллическим текстом печатали книги и до первой первопечатной книги, до Федоровского апостола. В Венеции, в Черногории, в Польше специально такого типографа Швайпольд Фиоль, он специализировался как раз на славянских книгах, кириллических изданиях. Эти книги были распространены на Руси, но в XVI веке, конечно же, уже назревшая такая необходимость и расширение территориальное, Казанское княжество, христианизация, построение церквей, Астраханское княжество, новые церкви, необходимость богослужебной литературы, нужна была печатная книга. И она, конечно же, появилась. Вы знаете, что первая печатная книга, это печатный стан древний, первая печатная книга «Апостол» 1564 года. Здесь она, это не совсем она, это точное переиздание Иваном Федоровым во Львове в 1574 году, с тех же досок, только немножко отличается бумагой. Московское издание и «Апостол» 1974 года отличается. Но, в принципе, так вот, до того, как появился первопечатный «Апостол», установлено со всей очевидностью наличие нескольких анонимных изданий. То есть до того, как появилась первая печатная книга, было осуществлено анонимными типографиями несколько изданий. Шесть, как минимум шесть. Это вполне объясняет, почему уже первая книга печатная русская в общем-то, в таком совершенном виде появилась. В типографском отношении я имею в виду в совершенном виде. Это уже его азбука федоровская, напечатанная, но принято было, как вы понимаете, обществом неоднозначно, и Федоров по какой-то причине, это тоже одна из загадок, по какой причине он уехал в Южную Русь, где и осуществлял свои дальнейшие издания, и Острожскую Библию, и Львовский апостол, и многие-многие другие, в частности, азбука была напечатана именно там. Вы видите сказания, как о составе святый Кирилл Философ, азбуку по языку славянскую и книги приведе от греческий на славянский язык. Здесь, значит, начало азбуки, а там вот это знаменитое сказание. Это Федоровский знак, печатник из Москвы. Уже в конце XVI века государство почувствовало, что такое, какая сила в печатной книге, и сразу, как всегда, берет в свои руки это государев печатный двор, который функционирует длительное время, на короткое время прерывается, разрушен в период смуты, но потом восстанавливается, и он становится
главным поставщиком печатной продукции на рынок. Кроме богослужебной литературы, что вполне понятно, поскольку востребована церковью, в XVII веке появляются на короткое время частные типографии, такая типография Бурцевская, верхняя типография Семёна Полоцкого, но это на короткое время. В основном все-таки это государь печатный двор, Московский печатный двор. В 1647 году, извините, была издана первая русская грамматика. Это, ну, не совсем русская грамматика, это южно-русского деятеля Милетия Смотрицкого. Это врата учености для Ломоносова. Вот как раз Михаил Ломоносов как раз по этой грамматике и учился. Потом посмотрите. Кроме печатных изданий Московского печатного двора, еще в большом количестве распространялись южно-русские издания. И я специально принесла показать вам вот функция книги отличается от современной функции книги уже вот потому, что сейчас я скажу. Если вы знаете, издаются специальные маленькие такие в мягких обложечках детективчики, которые берут в дорогу, правильно? Функция, в которых четко проступает, особенно четко развлекательная функция, потому что ну где-то задержался поезд, там нужно почитать в метро, да, все. Вот. А раньше такие дорожные книжечки. Это псалтыка. То есть читать, чтение должно быть душеполезным, неразвлекательным, даже в дорогу. И поэтому вот на примере этой книжечки я хочу показать, насколько это всего 4 экземпляра вот такой книжечки сохранилось вообще в хранениях. Потому что это дорожные... брали в дорогу, где-то забыли, где-то утратили, потому что, ну, дороги, представляете, в 17 веке какие были. Это издано в 1634 году. А грамматика в 1648 году. Это я специально, это Евангелие, напрестольное Евангелие с окладом. Это рукописное, но я его принесла ради оклада, потому что Астромирова Евангелие, оклад я показала, но там было непонятно, что это такое. Это, конечно, поздний оклад, но тем не менее, в общем, вы получите представление. Итак, что же, сейчас постараюсь быстренько, кроме характеристики, надеюсь, я убедила вас, что очень богатое национальное наследие, да, в виде книжной культуры, которая нам досталась. Это из новгородских берестяных грамот, это как раз как обучали на Руси. Это мальчика Анфима, рисуночки. Здесь пояснее, видите, буквы обычно от туесов, потому что специально для берестяных грамот бересту специально готовили. Но это было довольно... ее вываривали там, чтобы она выпрямилась и так далее. То есть, но обучать-то можно было и попроще, правильно. Это ж такую сначала нужно научить. И вот как раз, видите, явно туески, донышки туесков использовались, покрывались воском, сначала воском покрывали, а потом уже, значит, и на выцарапывали и на бересте. Это мальчик Онфиме, видите, он себя даже подписал Онфиме. Жил он в середине 13 века. Значит, а это миниатюра 17 века, как обучали в 17 веке школьников. Итак,
Уже в 18 веке, как я сказала, общество, вернее, русская интеллектуальная элита осознала значимость и культурную ценность книжного наследия для духовного развития общества и начали предприниматься экспедиции в монастыри с целью приобретения рукописных книг. Особенно интенсивно этот процесс в начале 19, в конце 18, в начале 19 века. Благодаря этой работе были открыты такие выдающиеся памятники, вошедшие в золотой фонд древнерусской письменности, как «Слово о полку Игореве», и «Сборник Святослава» и другие. В результате в 19 веке были сформированы не только частные книжные коллекции, но и государственные хранилища памятников письменности Древней Руси. После революции советское государство продолжило дело, начатое дореволюционными собирателями книжных богатств. И в настоящее время в большинстве библиотек, музеев, архивов имеются фонды рукописных и старопечатных книг, научные сотрудники которых являются хранителями книжной культуры Древней Руси. И не только хранителями, но и изучают, и вводят в научный оборот эти памятники письменности, и даже как вот, сейчас и летописный свод фототипически издан с научными комментариями. В общем, основные рукописи, они все, значит, уже введены в научный оборот и даже фототипически переизданы. И в настоящее время, наряду с этими хранителями, о которых я, конечно же, сказала, научными сотрудниками, и в научно-исследовательских институтах, лаборатории при МГУ существует собрание рукописей и старопечатных книг, составленных вот как раз из тех, о которых сегодня шла речь. Наряду с этими хранителями существуют другие, которые не только охраняют рукописи и старопечатные книги, сохраняя их в целости и сохранности, но и воспринимают их подобно древнерусским книжникам, как неотъемлемую часть собственной духовной жизни. Речь идет, конечно же, о старообрядцах. В середине 17 века вот один из современных, ну теперь уже покойный, но, тем не менее, человек, который не только сохраняет древнерусскую книгу, но ее, видите, это переплетная мастерская, ее реставрирует, ее, значит, восстанавливает и так далее. Но старообрядцы еще в 19-м, в конце 18 века, ну, старообрядцы я не могу, к сожалению, подробно вам рассказать, что такое раскол. Ну, в общем, вы так примерно представляете, что такое раскол, одно из трагических событий 17 века в истории русской церкви. И старообрядцы, которые защищали неизменность русского православного обряда и культуры древнерусской, то есть они продолжили древнерусские традиции. И вот такая, это материалы тоже современной книгописной мастерской, потому что продолжается распространение этой рукописной книги. Но самое главное, что еще в 18-м, в конце 18 века старообрядцы, сначала заказывая в других типографиях, а потом и организовывая собственные типографии, стали перепечатывать те, поскольку они признавали дониконовские издания, стали перепечатывать те книги слово в слово, да, значит, кроме того, они даже старались неосуществленные по каким-то политическим мотивам в 17 веке издания осуществить, что и происходило вот в 18-19 веке. Поэтому хранители – это не только те, кто сохраняет вот, на государственном хранении, но и еще те, которые вот, в живом общении с этой книгой продолжают быть. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Да, пожалуйста. Еще раз повторите, в чем разница между папирусом и пергаментом?
способ изготовления, конечно. Папирус – это растительное происхождение, пергамент из кожи. Поэтому... Пожалуйста, вот эти можно посмотреть. А? Подходите, пожалуйста, эти две книги.